каким-то знаком не получаем. Информации никакой. Тема закрыта, и ты не сам еще не знаешь, что это такое. Единственное отголоски, что вот Александр Анатольевич подал в суд. Я тоже не понимаю, как эти спортсмены могли быть в чем-то замешаны. Ну, никто понять не мог. Ну, если есть факты, покажите. Это напоминает, как сейчас наши новости, вернее, американцы публикуют войну в Сирии, и как мы на это дело смотрим. Когда наши военные, наша пресса отмечает, что здесь все шикарненько. Но посмотрим, что там будет. Что они делают. Пока никаких известий не знаю. Все.